Привет! Сегодня мы будем раскрашивать Луну. Угу. Ну, давай попробуем. Давай посмотрим, что из этого получится. Да. Начинаем? Угу. Ну что, поехали? Да. Давай, с чего начнешь? Какой-то цвет? Желтый. Ты решила с наших букв начать, да? В следующий раз снимем на скорость челлендж 3 цвета, чтобы ты быстрее красила. Да, нормально. Давай, давай. Нам еще целая лошадка впереди предстоит. Угу. Есть, да? Угу. Теперь у меня идет голубой. Голубой. Угу. А у нас что голубое? А, ты хочешь название голубым сделать? Ну, давай. Теперь у меня идет желтенький. Красиво получается. Теперь у меня. Ты хочешь радужную, да, сделать? Угу. Радужное название. Теперь у меня идет маркер розовый. Как звучит это Луна 3? Да, это. А ты написал принцесса листья. Нет, ты написал принцесса Луна. Она же так у тебя называется. Теперь у меня идет. Теперь у меня оранжевый. Ну вот большая еще, да? Это искорка. А, это искорка, да? Угу. Теперь у меня оранж. Идет оранж. Красиво получается. Спасибо. Теперь у меня идет вот эти буквы. Луна.
я теперь возьму синий. Давай, разобрай синий. Ты хочешь синим разукрасить нашу группу мисс? Угу. Уверена, что они синие на логотипе? Я просто так хочу. А, ты хочешь, чтобы они были синими? Угу. Ну ладно. То есть ты предлагаешь нам цвет поменять, да? Ты же помнишь, что они розовые вообще? Есть, да? Готово? Угу. Ну что, переходи скорее к своей лошадке. Я еще вот эти буквы не закрасила. А, ну да, да, я вижу, забыл. Я возьму теперь темно. Зеленый? Да, темный. Теперь у меня маски, темные розовые. Теперь у меня идет красный. Последний был такой, да? Угу. А. Это буква А. Буква А? Угу. А. Папа. Ау. Это снег. Он снимает? Теперь я возьму... Опять желтый. Опять желтый. Вот такой. Как он будет раскрашивать? А ты рассказывай нам, что ты желтым цветом? Челку, да, ей рисуешь? Нет. Ну, челку на волосах. А, это корона. Это корона, да? Угу. А я и не заметил сразу. Теперь у меня теперь идет голубой. Вот. Так, голубой, что ты будешь красить? Рассказывай, что это будет голубой пока что. А, это рог идет, да? Угу. Ну ты его делай весь тогда один цвет. Или ты хочешь, чтобы он был разноцветным? Я хочу, чтобы он был трехцветным. А теперь два осталось. И два у меня будет... Сделай каким-нибудь ярким, оранжевым или красным, красиво как это будет. Желтым. Желтым? Угу. Он тоже яркий. Ну давай. Хотя у тебя корона же желтая. Ну она темная такая. А теперь я буду разукрашивать туфельки. Туфельки у меня будут. А какого она самоцвета будет? Голубая? Угу. Может быть, ты ее сначала разукрасишь? Тело ее, ножки, голову.
Да, давай, там где много места, ускоряйся, чтобы быстрее красить. Мультики. Она вот синяя, а у меня будет голубая. Как будто она королева будет. Ну, она же есть луна. Она вот такого синего цвета, голубого. Смотри, лицо ей раскрась получше. Что там за белые пробелы? Я не могу руки не оставлять. Ну, оставь так. Мы в следующий раз еще с мамой снимем челлендж «Три цвета», да, будет называться? Да. Будем выбирать цвет с закрытыми глазами. Да. Угу. И рисовать только на скорость, да? Угу. Кто победит? Вот это, когда мы будем их закрашивать трехцветным фломастером, еще будет папа участвовать. Папа вас будет снимать. Участвовать будет мама. Угу. А Софийке уже будет 2 годика в этот раз. Да? То есть ты предлагаешь через 2 годика снять этот челлендж? Януся, ей только 3 месяца. Софийке. Если мы будем ждать, пока она вырастет до 2 лет, то мы следующий челлендж с рисованием снимем через 2 года аж. Ты же знаешь, что челлендж 3 цвета, он сейчас очень популярен и массово пришел к нам из американского ютуба. Я уже ее разукрасила. Есть, молодец. Теперь что, у нас волосы остались в платье и туфли, да? Угу. Волосы каким цветом оставим? Я сейчас буду разукрашивать туфельки. Туфли желтые? Угу. Золотые. А ты широкой частью возьми, что ты маленькой такой. Ты сейчас узкой частью красишь, поэтому медленнее красится. Нет, просто переверни его. Зачем ты? Нам не видно, где носишь, что ты делаешь. Ты закрыла рукой все. Вот так возьми. Вот так. Видишь? Сразу он широко стал получается, да? Да. А это ты у платья подол разрисовала. Угу. А теперь снаружи надо платье разрисовать другим цветом. А теперь у меня пойдет голубой и зеленый. И пойдет у меня... А давай сделаем платье зелено-оранжевое, потому что у нас сама пони голубая. Платье сольется с ее цветом кожи.
Спасибо. Какая у тебя интересная ракушка получилась. Она у тебя и оранжевая, и зеленая одновременно. Ты заметила, что у тебя платье выкрашено шахматным порядком? Зелено-оранжевое в разных местах. Очень интересное видение, как это должно выглядеть. Может быть, еще какой-нибудь третий цвет туда добавим? Красный, например. Давай желтый. Давай желтый. Давай тебе тоже помогу. Какой ты мне цвет дашь? Я дам тебе оранж. Давай. Теперь зеленый. Я хочу ракушку сделать оранжевую здесь, вот так полностью. Ладно. А вот эта полоска будет желтой. Эй, ты что полоску закрашиваешь? Ты вот здесь полоску желтой рисуй, и здесь. А моя полоска будет оранжевой, ясно? Значит, эта полоска должна быть. Да, почему это? Да потому что, видишь, на ракушке должен еще быть. Так, тогда вот эта полоска здесь тоже должна быть оранжевой, потому что это продолжение ракушки. И здесь ракушка должна быть оранжевой, а не зеленой-оранжевой. Так, а это же ее крылья, да? Угу. Давай вот здесь вот в этом месте крылья сделаем тоже голубыми. Такими, как ты рисовала ее самой. Это тот же цвет? Тот же цвет? А вот это, кстати, ее шея идет. Ты шею не докрасила. Давай крылья голубыми. Давай крылья голубыми тоже сделаем. Давай. А я хочу. Крылья розовые? Ну давай, я нарисую розовые. Эй, это же темный. Я говорила светло-розовый. Так, готово. А эти части сделаем темно-розовые, да? Да. Я хочу запускать темно-розовые. Давай тогда зеленым докрасим.
Бери. А вот смотри, розовая часть. А, она должна быть вот этим светло-розовым. Стой, подожди, вот я еще здесь хочу покрасить. Где же? Теперь все. Волосы остались? Да, волосы. А волосы каким цветом сделаем? А теперь у меня волосы будут. Давай светло-желтые сделаем волосы. Волосы у всех принцесс светлые. А вот а у других принцесс? У принцесс еще бывает черный волос. Это у других принцесс черный волос. Да нет. Нет, у Белоснежки. Она же добрая. А, ну да, Белоснежка добрая, согласен. У нее черные же волосы. Значит, у принцессы еще бывают черные волосы. Ой, я забыла. Еще вот это осталось. Надо желтый тебе маркер купить. Чтобы можно было быстро раскрашивать волосы и туфельки. Что ты любишь обычно желтым раскрашивать. Так, ну что, заканчиваем, да? Да. Осталось еще вот это. Ну и локоны у нее остались еще. Ну все. Есть, ура, молодец. Теперь у меня будет... Что, показывай? Теперь у меня будет... А ты не закончила еще? Нет еще. А что еще осталось? А это что такое? По-моему, это часть волос. И они тоже должны быть желтыми, разве нет? Да, это вот, вот кудря идет, вот она и вот сюда уходит. Тоже желтым красить. Все, готово. Угу. Ну что, показываешь? Угу. Вот что получилось у нас в нашем челлендже. А следующий будет, как с мамой, они будут рисовать три цвета, как мы до этого и говорили. Молодец! Диана, что хочешь пожелать? Ребята, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Всем пока!